Всем, друзья, привет! Мы на Куплей, и мы продолжаем играть в Нарко. Картели, не только. Вот. И сейчас у нас такие побочки будут. Побочки три. Так, надо будет провести безопасное место, провести безопасное. Ага. Защитить актив. Народ... Нарко хочет отомстить нашему агенту, который... Участвовал в задержании Сикарио. Нужно защитить его. Так, ну давайте, да. Сделаем это, конечно. Так, таким... отрядом, да? Так, нужно... О! Нарко хотят отомстить нашему агенту, который участвовал в задержании Сикарио. Нужно защитить и... Гранатометчик здесь, вот. Окей, сюда. О, у нас УБН. Сейчас начнется. Так, убить цель. Эль-Патрон нанял партизан. И они убивают наших людей. Убей их лидера, и партизан больше не создадут. Почему пушки нельзя поменять, жаль. Эль-Патрон нанял партизан, и они... Так, ага. Ну это все, в принципе, что и говорится в этой. Здесь с дробовиком есть, нифига себе он, парень. Людей убили. Отлично. Уборка дома. Мы в Осиенде-Наполис. Найдите что-нибудь на Эль-Патрона, если сможете. Найдите его самого. Добро пожаловать в драконье логово. Осиенде-Наполис. Дом мечты Эль-Патрона. Если он где-то есть, то здесь. Ходят слухи, что он собирается сбежать, потому что мы рискуем слишком близко. Нужно найти, действовать быстро, нужно прорваться внутрь любым способом. А потом попытаться найти то, что связывает его с контрабандой и убийствами. Да, хоть с чем-нибудь. Но будьте осторожны, если там его Сикарио, то они будут сжигать улики и отстреливаться. Если будем прорываться со штурмом, то и прием ждете шумный. Если Эль-Патрон там... тем лучше. Но если не будем осторожны, он сбежит мгновение ока. У него есть несколько путей для побега. Дорога, вертолетная площадка, аэродром. Мы должны быть на чеку, чтобы взять его, как только попробует сбежать.
Enterado, lanza. Estoy presto. А вообще видели нас, нет? Да, видели. Enterado, lanza. Sí, sos. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Bien. Enterado. Так, окей. A su servicio. ¡A la carretera! Бежит, а? Afirmativo. ¿Qué qué? Listo y atento. Estoy presto. Uy, marica, me dieron. Не могу понять, с чего он. Bien. Recargando. Afirmativo. И завершаем код. Вот это вот непонятно, кто это такие. Recargando. Прям кучкуйтесь, кучку. Он там на адреналине.
Descargando. Enterado, lanza. Listo y atento. ¡Hostigando al enemigo! Recargando proveedor. Зарядочка. Ну что такое? Enterado, lanza. Опа, парни. Estoy presto. Listo y atento. ¡El enemigo bajo el fuego! ¡Hostigando al enemigo! ¡Ah, mierda! Estoy presto. Перезарядку кто будет делать? Отлично. Хотя бы есть ответ на день. Listo y atento. Ну что ты такой тупой? Короче, нельзя торопиться с этими вещами. Enterado, lanza. Excelente. Укрепление, то есть ты стоишь, ничего никак не действует, да?
пистолетом. Recargando proveedor. Enterado, lanza. Пробиты почти. Estoy presto. Inmovilizados. Опасно, опасно. С дробовиком, ё-моё, бежит он, а. Здесь больше ничего нет, идите дальше, пока не поздно. Listo y atento. Estoy presto. Отвлечись на... Свидание. ¿Qué? Recargando proveedor. Еще бежит. Enterado, lanza. Armamento óptimo. Ох, ты его заколбасил. Давай уже, а. Estoy presto. Меня просто бесит эта хрень. Enterado, lanza. Вот ты мудак. Ты... Ой, все потратил. Он просто все потратил эти действия. Enterado, lanza.
Excelente. Enterado, lanza. Enterado, lanza. Глобально это ничего не изменит, но хоть приберем дерьмо с улиц. Okay. Enterado, lanza. Armamento óptimo. Enterado, lanza. Enterado, lanza. Коррумпированные копы за запуганные политики. Да, это просто сокровищница. Listo y atento. Estoy presionando. ¡Hostigando al enemigo! Вот так. Inmovilizados. ¡Ah, hijo de puta, me dio! Listo y atento. Свидание. Перезарядись. Я. Bien. ¿Qué? Enterado, lanza. Опа. Выполнено. Новый уровень, 4-й, повышен максимальный уровень бойцов. Теперь можно нанимать больше опытных бойцов. Надо вылечить. Продажные ублюдки. Кто-то из наших передает информацию или патрону. Как еще он мог сбежать? Спокойнее. Мы подрезали ему крылышки, и этого парня больше 800 домов, но только один можно по-настоящему называть домом. У нас есть данные о местонахождении бухгалтера Эль Патрона. Список. Так. Лечить. Лечить. Назначить. Назначить. Так. 10 человек можем рекрутировать, то есть вербовку, конечно, посмотреть можно. Ну, двойка, тройка, слабачки какие-то. А что у нас в отряде происходит? О, 48. Мы вас попросим. Бастион получает 3 очка до максимального здоровья, но теряет 2 очка передвижения. Передвижение. После убийства любого союзника в радиусе 5 метров получает 1 очко передвижения. Пистолет почти. Давай бастиону добавим и передвижение. Так, что можно спецам? Уровень 4. И атака винтовка наносит 2 очка дополнительного урона. Очки действия используют для перемещения. Когда здоровье ниже 3, вы получаете плюс 4 к дальности перемещения. Даете плюс 2 к дальности перемещения.
Давайте, наверное, вот разгром. Не могут. А, то есть, а, вот так, да? Окей. Все это офигенно. Так, четвертый. Здесь тоже разгром. И адреналин. Хорошие вещи, кстати. У спецназовца просто обычный. Что у него? Неприцельный огонь. Задание начинается с одним очком ответного действия. Безрассудство. Дальность перемещения действует на 2. Максимальное здоровье снижается. Дополнительный. Вот. Сразу на чеку и пружинный курок. А Мерфи? А что можем Мерфи? Такой Мерфи, как будто этот, из Робокопа. Мощная атака дробовиком, которая наносит 1 очко дополнительного урона. Давай. Средоточение. После перемещения любой соседний союзник получит 1 очко передвижения. У него бросок. И все. То есть мы его максимум вкачали, да? Что там дальше будет? А здесь дальше вон. Подбросить улики, сбежать с активом. Убить цель. Защитить актив. Надо подбросить улики, посмотреть. Что там будет. Так, а здесь разведданные. Так. Вот они, получается. Это под капотом было. Здесь подтекать и сжечь. Так, осталось совсем чуть-чуть. Всем, друзья, спасибо. Давайте на этом и все. Мне приятно, что вы были здесь. Оставайтесь на канале. Всем пока-пока. Аригато.